Гешиха Тудей продолжает узнавать новую информацию. Сегодня я вспомнил, что когда проходила Олимпиада в Лондоне, на церемонии открытия выступали известные музыканты. Ну кто бы там мог выступить? Стинг, Пол Маккартни. А что у нас? У нас звучит группа Тату, группа Фабрика. Не водка, а пиво, не Кэмэл, а Прима. Круто. И Гешиха Тудей. Мы за здоровье. Мы только за здоровый образ жизни. Мы сегодня будем ходить и спрашивать у людей, какие они помнят хорошие, добрые спортивные песни. Да, неужели у нас нет нормальных спортивных песен на родном русском языке? Пойдем спросим. Знаете какую-нибудь спортивную песню? Они, лузеры. Они сразу не знают. Спортивную песню какую-нибудь на русском языке знаете? Но только не группу «Фабрика» и не нас не догонят группы «Тату». Что-нибудь хорошее, спортивное? Надо подумать. Трус не играет в хоккей, все что ли? А ну. Можете напеть? Я сейчас не могу напеть. Давайте вместе. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. А кто играет в хоккей? Не трус. Знаете спортивные песни какие-нибудь? Нет. Песню какую-нибудь про спорт на русском языке. Про спорт на русском языке. А таких песен, по-моему, нет на русском языке про спорт. Сразу видно, вы спортивный человек. А знаете какие-нибудь спортивные песни хорошие? Спортивные? Спортивные. Хоккей? Про хоккей? Капитан? А что за капитан? Ну-ка, можете напеть? Капитан, капитан, улыбнитесь. А что тут про спорт? Ведь команда — это флаг корабля. Поднять команду, вздернуть команду на рее. Это команда — это флаг корабля. Кстати, мы на лыжной базе, если кто еще не догадался. Это, конечно, невероятно сложно понять, где мы, потому что здесь такие горы, люди на горных лыжах катаются. Я бы ни за что не догадался, что это горнолыжная база, но тем не менее это так. Мы на горнолыжной базе. О, нифига себе, мы на горнолыжной базе, вот это да! Ты раньше когда-нибудь была на горнолыжной базе? Нет. Я тоже, я реально никогда не был на горнолыжной базе, правда. Может быть, мы прямо сейчас что-нибудь сочиним? Я люблю спорт. Вот. Я люблю спорт. Давай на лыжи. Давай, давай. Давай на лыжи. Давай, давай. Отлично. Ну, неплохо. Неплохо. Уже надо поработать с текстом и написать музыку. Будет ништяк, мне кажется. А можете давай вспомнить какую-нибудь спортивную песню? Хорошую, русскую спортивную песню. А, оле, оле, оле. Россия вперед. Отлично. А еще? Давай, Россия, давай, давай, давай красиво, давай, давай. А это та самая песня, где про Приму поют и про водку, да? Буквально несколько минут назад, да, именно. Да, в переносном смысле-то. А знаете какие-то такие вот прям советские добрые песни, которых вот прям спорт, эй? Ну, советские добрые? Катюша, сейчас спорт. Катюша, это песня про орудие убийства. А массовое поражение? Орудие убийства, массовое поражение? Кошмар какой. Мы все ходим по лезвию ножа, знаете. Вот. А вы, может быть, подскажете нам песню русскоязычную про спорт, про здоровье? Слушайте, сразу так, насколько затрудняюсь, потому что меня переполняют те эмоции, которые я здесь получаю. Знаете, столько тысяч километров от Сочи. А вы на Путина похожи? Вы 503-й человек, который мне сказал за мою жизнь. Спасибо. Очень здорово. Логично. Вот, поэтому мое настроение сейчас резонирует с вашим вопросом. Мне не до этого сейчас. Хорошо. Может быть, мы вам подскажем какую-нибудь песню, а вы сделаете вид, что вы ее вспомнили. Так, какую же песню? Давайте. Трус не играет в хоккей. Точно. Я вспомнил эту песню. Песня про хоккей. Трус не играет в хоккей. Хочется сказать спасибо, Владимир Владимирович. Да, безусловно. Большое ему спасибо за тот праздник, который он дал всей России, потому что это действительно способ заявить на весь мир о наших возможностях, о наших стремлениях быть номером один на мировом уровне. Так что большое ему спасибо. В общем, дело такое. На самом деле мы на горнолыжной базе-то нифига не зря мы сюда приехали. Здесь сегодня проходит массовое катание на горных лыжах и сноубордах в поддержку олимпийцев. Вот вы можете, сейчас мы вам покажем массы, которые здесь катаются. Здесь очень людно сегодня. Прям яблоку негде упасть, елки-палки, честное слово.
смотрите. Смотри, давайте веселиться. Массовое катание. Ура! Всем крутить фонарики полчаса, говорила группа Time Out на своих концертах. И продолжает, кстати. Хорошая группа. Ой! Здравствуйте! Стойте! Ух ты, здорово! Я думал, работает, так не бывает. Здорово. Очень здорово, видно, что вы спортивный человек. А можете вспомнить какую-нибудь хорошую спортивную песню? На русском языке. На русском. Эй, вратарь, готовься к бою. Отлично. Вот, отлично. Ты поставлен у ворот. А напеть можете? Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Ну и так далее. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Великолепно просто. С тобою просто. Мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить. Та-дам-там-там. Тебе одной меня судить. Та-дам-там-там. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. Та-тарам, та-та-дам, и каши хатудей.